Місто шумних проспектів і тихих вулиць, гігантських кар'єрів і глибинних шахт. Місто трударів, науковців, митців, щирих людей, обдарованих талантами. Місто, яке має своїх майстрів. Знайомтесь, Вадим Зінченко. Народився у Кривому Розі 27 листопада 1954 року. Закінчив Одеське державне художнє училище імені Митрофана Грекова. З 1989 року член Союзу художників СРСР, член Національної спілки художників України. Працює в галузі станкового живопису та графіки. Однажды уже, будучи где-то в 13-летнем возрасте, вышел в своем дворе, и вдруг прямо к моим ногам прибило листочек небольшой. Карандашный рисунок, выполненный очень профессионально. Венера Мило, сделанный со скульптуры Венеры Милосской, греческой, древнегреческой скульптуры. И он меня так очаровал, я его поднял, пришел домой, начал копировать. После того я начал срисовывать. Брал какие-то фотографии, картинки, начал срисовывать. И понял, что мне надо поступать в художественную школу. Вот только-только ее создали благодаря преподавателю Колодяжному, только создали в Кривом Рогу эту школу. Ну, конечно, я показал этот рисунок Колодяжному. Он улыбнулся и сказал, что я не готов. Это были мои первые крокодильи слезы. Попри перші труднощі, йому вдалося навчатися не тільки в художній школі, а й у художньому училищі імені Митрофана Грекова в Одесі. Потім була робота художника Муляра на Криворіжсталі та художника-оформлювача Криворізької дільниці номер 7 Дніпропетровського художньо-виробничого комбінату. Разом з колегами Вадим Іванович трудився над оформленням різних об'єктів нашого міста. Інтер'єр шестипредільної фабрики, там я діла з графіто. Це інтер'єри профтехучилищ, це інтер'єри больниці в Лазаватці. Ближе, естественно, для любого художника должно быть творчество. Потому что, ну, оформительская работа, конечно, если это монументальная роспись, если это монументальная мозаика или монументальная живопись, выполненная в технике с графито, то она, по идее, должна жить долго, эта работа художественная. Украшать интерьеры, украшать экстерьеры. Это тоже своего рода творческая работа. Но у нее другие функции, она, то есть другое предназначение – украшать среду. А уже в творчестве художник может самовыразиться больше. Я могу сказать, что моя жизнь тесно переплелась корнями с Союзом художников. Так получилось, что я знал всех людей творческих нашего города того времени. Это были люди, ну, сейчас уже по прошествию времени, можно сказать, люди с большой буквы. И вокруг них вот какая-то необычная кипела жизнь. Был художественный фонд, да, там были заказы. Схема какая была?
государство могло защитить художника и дать ему заказ. Вот. И все, конечно, они были защищены, все имели его заказы. Это давало им возможность и зарабатывать деньги, и творчески путешествовать по всей стране, поехать в любую точку, написать любые этюды, забросить все, посвятить себя несколько месяцев творчеству, ну сколько надо. Просто в то время существовала как бы такая некая среда, очень интересная, которая сейчас, кстати, утрачена в Союзе художников, где каждый художник мог прийти, ну, как в свою семью, к людям, близким по духу, близким по творческим порывам, где творчество ставилось как бы выше всего. И вот, естественно, когда попадаешь в такую среду, то сам стремишься тоже брать кисть в руки и нечто создавать. Колеги говорять, що Вадим Зінченко найбільше любить писати квіти і жінок. І вони праві. Сьогодні художник втілює в життя свій старовинний задум – Олімпію. Картини з такою назвою в різний час виходили з-під пера найвідоміших майстрів. Ось скандальна Олімпія Едуарда Мане. А це Олімпія Поля Сезанна. А ось Олімпія Рене Магрітта. Робота Вадима Зінченка тільки не розпочата. І хто знає, можливо, за нею колись також полюватимуть колекціонери. Є мечта зробити побільше красивих робіт, які б, ну, украшали наш матеріальний мир. З Господньою допомогою, якщо, допустим, свыше дається вдохновення, хороша тема, робота как бы сама по себе рождается без таких сверхусилий человека. Вот как мы легко дышим, чувствуем, вот так легко рождается работа. И это здорово, это ну, такое состояние счастья, когда у художника получается работа. Вот часто спрашивают у художника, а куда ты делаешь эту работу? На продажу? Нет. А купят ее? Нет, не знаю. А зачем же ты делаешь? Вот просто художник делает ее, потому что не делать не может. Художником становится тот, кто не может им не стать. Я вспоминаю свое детство, когда меня не брали в школу, потому что, ну, один-два класса художественной школы. Всех охватить желающих не могла на то время художественная школа. То сейчас любой ребенок в любом районе может прийти то ли в центр детского творчества, то ли в художественную школу и может себя развивать, себя пробовать. Ну, я считаю, это большой плюс для города. То есть наш город все-таки постепенно, несмотря на то, что промышленный центр, все-таки вот начинает считаться с художником, начинает становиться лучше. А у нас, кстати, очень много талантливых детей. Мы с моей женой Людмилой преподаем в Центре детского творчества. То есть учим детей открывать себя. Учим детей изобразительному искусству, помогаем их открывать себя. Мы все надеемся, что Украина взлетит, и тогда и разрушенные города, и наш край, который, слава Богу, сейчас мирный, я думаю, будет кому обустраивать, будет кому украшать, чтобы наши города были не хуже всех европейских лучших городов. А для этого надо и художники, и творческие люди.